подземном переходе у остановки «Дом туриста» обсыпалась плитка. Стены оголены практически наполовину. Вероятно, сказалась аномальная зима и резкие перепады температур. Материал не выдержал и раскрошился. Плитка обрушилась. Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Разломанная плитка убрана. При наступлении положительных температур специалисты учреждения эксплуатации объектов внешнего благоустройства проведут ремонт подземного перехода. Вопрос на контроле. Переход у остановки «Дом туриста» не единственный, который требует ремонта в Омске. В планах обновить подземку у кинотеатра «Маяковский». Стоимость работ – 14 миллионов 700 тысяч рублей. Объект на пересечении улиц «Интернациональная» и «Красный путь» будет облицован гранитной плиткой. Там установят опорные устройства для инвалидов. Объявлен аукцион на поиск подрядчика. Данные с портала госзакупок. Итоги торгов подведут 8 апреля. Завершить ремонт нужно до 1 августа.